Манивы с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на анимацию по My Little Pony, которая называется Apple Bloomers Magic Crusaders in a Pinch. Pinch, да. И озвучили их Dark Room Collaboration, поэтому, ребята, поддержите, потому что очень классная озвучка, а подписчиков мало, ссылочка в описании. Погнали смотреть, все. Не буду больше давать вам ожидания, так сказать. Судьба всей Эквестрии висит на волоске. Это, если блин, аниме, серьезно. Все пропало. Это похоже на смесь аниме и каких-то европейских мультфильмов. Откуда мне было знать, что это приведет к угрозе уничтожения всего сущего огромным чудовищем? Стоит ему только вырваться. Судя по эпичным речам, больше аниме. Это каждый раз приводит к угрозе уничтожения всего сущего. А как же тот раз с теми миленькими зайчатами? Милые зайчата. Они пытались поработить всю Эквестрию. Чибики. Но они ведь не угрожали уничтожить все вокруг. Да какая разница? Что если я соберусь из своей силы в одном окей. ударе, может туда сейчас будет стрелять? Какая-то мега-супер-атака. Давай! Давай, Apple Bloom, покажи, что ты можешь. А где Ситибель, интересно? Ситибель уже убили? Или как? It's epic fail. Это больно. Окей, это чистая пародия на старое аниме. Боже, как же называлось? Sailor Moon, дай мне силы. Точнее, лунная призма, дай мне силы. Что-то там такое. Чувствую, Скуталу сейчас даст ему по щам. Она его ваншотнула. Это было намного проще, чем я ожидал. Просто ваншот с левой ноги. Я стал маленьким. Таким мисипусеньким. Dark Room Collaboration. Да, ребята. Ссылочка, опять же, в описании на их канал, потому что очень годные там озвучки. Я думаю, вам понравится. Озвучки там разные. И My Little Pony, и другие анимации. Ну, по крайней мере, пока я там увидел My Little Pony, Team Fortress. Ну, там более броняша тематика. Но все же, может быть, там что-то найдете интересное. Загляните, подпишитесь, поставьте лайк под это видео. Также подпишитесь на меня, поставьте лайк, подпишитесь на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте. Будьте молодцами, вас всех очень люблю. Тюрю-пюрю, всем пока-пока.